Привет. Здравствуйте. Сколько лет? Сколько Николай лет? Андреевич, уже сколько я вас не видела. Все думаю, а когда же мы увидимся? Вот и встретимся. Больше месяца не виделись. Больше а? Даже. А? Слава что Богу, вы? Я как? Вас увидела. Как мне ж надо приветы передать вам. От всех моих, тех, кто вас хай, знает и любит. Хай живут и радуются они. Что-что? Только хай живут и радуются. У нас уже зима, скажи, это сам. Вон, у тебя забор завалился, да? Да я видела, что там забор завалился. Вот так вот. Это дело поправимое. А что? Да, топрел уже, конечно. А что на даче делать? Грязь тут месить, что ли? Да боже. Вот только сегодня такая погода уже более... Все подсыхает. До 4 градуса. До 4 градуса, да. Вчера даже теплее ну, было. Чего? Уже, наверное, весна будет скоро. Ой, прелесть. Думаю, пойду на дачу. Да посмотрю. А ты ни разу не была или была хоть раз? Ну, я так мимолетом здесь прогуливалась, да. Ну, была ты как-то здесь. Да, прогуливалась. Я помню, тут следы были. Это ты, наверное, приходила. Наверное, не да, знаю. Да. Твои следы я не узнала. Мои следы. Трудно не узнать, да? Да. Как здоровечка? Да потихоньку. Как бабулечка, вернее, жена, ковыряется. Супруга ваша. Ковыряется. Или любимая, скорее всего. Да, да еще какая. Еще и какая. Да, да. Так что двигается потихонечку тетя Шура, да? А? Да. Да, не знаю, в магазин хотела пойти, пойдет, не знаю. Да пойдет потихоньку. Магазин закрыл, дурак, это у нас так рядом был, но надо, хотя черт не знает, куда идти. Ну что обзываетесь, так надо, значит, Николай Андреевич. Ну как это, ну, торговал и бросил. Ну значит, причина есть, не так просто как... так все в нашей жизни происходит. Какая причина, зачем тогда ну, в магазин? Ну, причин может кому-то быть много. Кому-то уже продал бы его, раз ты часть. А это для вас хорошая физкультура, на сходить на другую улицу, да, на магазин. А да, что, нет? Да, движение – это жизнь. А то привыкли напротив вашего дома сразу в магазин. Вышел и не успел разогреться, так скажем. Я не ходила, а бабка ходила. Так что огромный привет, долгих вам лет жизни, здоровечка крепкого и от вам, моих подписчиков и вам, и от меня, Николай скоро, Андреевич. Скоро дай Бог. Начнем ковыряться. Обязательно. Вот тогда будет. Ой, слава Богу, свиделись. Пойду да, дальше я. Давай. Ага. Давай. Будь давайте. Здорова. Будь здорова. Пока-пока, давай, слава давай, Богу. Давай. Готовься скоро трудиться. Вот так, друзья, я замечательно пообщалась немного с Николаем Андреевичем. Привет и передала от вас. Он вам, конечно же, тоже, как вы уже это услышали. А сейчас немного покажу родничок, который тоже рядом с дачей. Вот так все красиво, зелено. Тихо. Очень солнечная погода, чудесная. Воскресный день. Небо такое голубое. В общем, появляются краски. В середине февраля уже чувствуется такое дыхание весны. Красота. Рыжик, чему шляпки? Рыжик, конечно же, меня провожает домой. Я немного прогулялась. А этот котик, вы уже видели его, наверное, в коротких моих видео. Красавчик. Я его накормила, и он меня догнал. Понравился корм. А тут да, в кустах еще возле дачи много котов сидят на солнышке и влюбляются. Я им тоже корм, конечно же, оставила и пошла дальше домой.
сегодня новый день, понедельник, и я опять по дороге зашла на дачу, посмотрела, как у меня сирень, а на сирени почки появились, заглянула на родничок опять и решила пойти дальше, дальше к речке. Рядом с моей дачей небольшая речка, и я сюда иногда хожу, прогуливаюсь. Или сама, или с Рыжиком. Я его с собой не взяла, потому что у него лапка болит, или он подрался, и, видимо, ему опять эту же ранку зацепили собаки в драке. Поэтому я решила его не брать с собой. Очень солнечно второй день. Солнечно и тепло, тихо. Только птички поют. И собаки где-то вдалеке гавкают. Кстати, фазанов я так и не увидела. Даже голос их не слышала. Возможно, они где-то сидят на яйцах и потомство высиживают в камышах. Камышей тут очень много. И уточки сейчас готовятся к тому, чтобы размножаться. Делают кладки. Вот. Очень жаль, что иногда люди поджигают такие камыши. И я очень прошу, кто меня сейчас смотрит, слышит, пожалуйста, напоминайте своим детям, подросткам, чтобы они помнили о том, что в камышах есть живые существа. Это очень важно. Очень жалко, много птиц пропадает из-за того, что человек сам разрушает природу. Многие из вас уже видели видео, где я гоняюсь за фазанами. А если кто не видел, можете посмотреть. Это очень интересно. Да, я когда занималась посадкой растений, вот, или сбором урожая, особенно, да, в период, когда ты урожай собираешь, фазаны тут как тут. Со своим потомством они прям расхаживают по грядкам. Особенно у Николая Андреевича они любят ходить и высматривать что-то вкусненькое. Это так мило, когда идет мамаша и папаша, а сзади еще малыши бегут. Надеюсь, я их увижу. И вам покажу, дай Бог. Их не так просто снять. Нужно еще и приложить все усилия для того, чтобы они попали в кадр. Иду вдоль этой узкой речки. Вот. Здесь тоже кругом остатки снега лежат. Полностью еще снег у нас не растаял. Вот такой удивительный февраль. Меня он очень удивил. Это я подошла к ставку. Здесь уточки живут. И даже прошлой зимой прилетали сюда белые лебеди. Это, конечно, зрелище меня впечатлило.
они, оказывается, остановились, чтобы, ну, отдохнуть, видимо. Все, погуляла, уже иду домой. Еще немного, и я буду уже дома. Я живу на небольшой возвышенности. От этих водоемов, от дачи мне надо вверх подниматься. И вот такая травка, конечно же, радует. Вот недалеко от дома коты. Кошечка вот так радуется своим женихам. И она прямо наслаждается солнцем. Вот так. Так что не ждут они Марта. И наслаждаются жизнью по-своему. Вот такое видео у меня получилось, друзья. Если вам понравилось оно, ставьте лайк. Кто не подписался, подписывайтесь. Оставайтесь со мной. До скорой встречи. А с вами была я, Светлана. Такой барвинок красивый. У Галины соседки. Посмотрите, как он стелится. Как же его не показать вам? Вот такой чудесный февраль. Благодарю вас за внимание. До встречи!